Всем привет, ребят, с вами я, Роман ТМ, и вы на моем канале. И да, это мое первое новогоднее обращение в этом году. Да, ребят, для меня этот год был самым лучшим на чистоту. И хочу учесть итоги в 2023 году, и, наверное, в следующем году хочу учесть итоги, наверное. Короче, сначала давайте перейдемте в 2023 году. Да, ребят, я набрал за целый год 3000 подписчиков. Да, ребят, для меня это жестко, для меня это очень большая сумма, что меня сводят 3000 человек. Это просто офигенно. Да, ребят, вы до сих пор для меня подписаны, на меня подписываетесь, до сих пор смотрите мои ролики. Да, ребят, я это очень ценю, стараюсь именно для вас. Ребят, хочу, кстати, учесть, что противостояние скоро вернутся в следующем году. И надеюсь, они в следующем году там будут намного лучше. Мой следующий ролик выйдет примерно в этом году. Точнее, завтра, либо послезавтра. Ну, короче, как будет этот видно. Противостояние просто отложил из-за того, что слишком много у вас идей было. И я не знал, что напить, сделать и как это. Музыку еще пока сделаешь, там подставишь и все остальное. Вы, наверное, ребят, меня поймете, как, если вы ютубер, тоже у вас ютуб канал есть, вы тоже противостояние делаете, вы, наверное, меня тоже поймете, да. Короче, ребят, хочу учесть, в этом году я набрал 3000 подписчиков, мое старое видео, которое было, не помню, сколько там месяцев примерно, я вам сейчас покажу вот это самое видео, вот, посмотрите, вот столько месяцев прошло, и она захайпила на 30 тысяч просмотров. Да, ребят, это жесткая сумма для меня лично. Это очень жестко. Короче, ребят, хочу учесть, что этот ролик я решил сделать просто, да, потому что я люблю создавать фильмы и все части, чтобы вы могли смотреть в свободном доступе. Также хочу учесть в следующем году, в 2024 году. Давайте к нему перейдем. Да, ребят, вот, наверное, в следующем году я наберу целых 4000 подписчиков, но я хочу лично, чтобы за эти 2 года я набрал 10 тысяч подписчиков. Да, ребят, понимаю, может, эта сумма слишком большая, может, хотя бы приблизимся к ней, это очень будет для меня лучшая сумма, которую я когда-либо набирал. Да. Потом буду в следующем году записывать еще новое новогоднее обращение, надеюсь, оно тоже будет хорошим для вас. Хочу, ребят, учесть, что этот год для меня был самым лучшим. И спасибо, что были весь этот год со мной. Для меня это, я это очень ценю. И вы, наверное, вам тоже приятно смотреть мои ролики. Да, ребят, я, извините, чуть-чуть задержался. Короче, ребят, я хочу вам сказать спасибо, что весь этот год были со мной. И провели его именно... Мы вместе. Надеюсь, в следующем году ваши мечты и желания сбудятся. Короче, ребят, всех желаю с наступающим Новым годом, 2024 годом, и чтобы ваши мечты и желания сбывались, ваши подарки были те, которые вы просили, и надеюсь, у вас будет там хоть плойка даже под елкой будет лежать. Надеюсь, у вас такое сбудется, и ваши мечты тоже сбудутся. Короче, ребят, с наступающим Новым годом! Ребят, наверное, как вы уже посмотрели, я уже создал еще один новый фильм про Иден Фирст, как он встретился с Гринчем и как он там, короче, ребят, все части, короче, целых 2 части я совместил специально для вас, чтобы вы смотрели в свободном доступе. Так что, ребят, ждите премьеру, она точно будет. Ждите до 23:55 и выйдет этот ролик. Всех с наступающим Новым годом. До встречи. Пока. Пока.